Да. Есть! Мы катаемся по лесу. Уклон, ну не знаю. Ну, если посмотреть внимательно, градусов под 40. Сейчас я поставил 12-ю звезду на свой мощный XR, потому что на 13-й он не едет. На дико сложную тропу. У Максима, похоже, сломанное ребро. Отступать он не хочет. Конная тропа, грязная, по ней ехать невозможно. Едем траверсами через лес. Лес весь завален бревнами. Ну и уклон на максимуме. Прорываемся по 5 метров, по 20. Мотоцикл кипят. Мы лезем на перевал в обход заваленной тропы. Конники поднимаются сюда за 1,5 часа. Мы едем уже 2,5 часа. Начали разгружать сумки, потому что с сумками мотоцикл не заходит.
Очень много свежего воздуха, тяжело дышать. У нас все хорошо. Пока что. Пока. Мы все поднимаемся и поднимаемся. Очень веселый подъем. Вот там гром лежит с Серегой. Говорят, что на Алтае нет комаров. Короче, мы нашли. На Алтае они есть. Точку на GPS поставили. Кто хочет алтайских комаров, приезжайте. Немножечко катались, и вот выкатились на какую-то вершинку, такую симпатичную. Мы целый день поднимались в гору 6 километров, и наверху у нас вот такой вот отличный пейзаж. Там вот живут пастухи, которые знают, где ловят МТС. Родник бьет прямо вот из горы, просто из камня вытекает вода. Вот гора, вот гром, вот камень. 7 километров, да. И она течет вниз. А мы ехали вверх. Вот там вот снежные какие-то штуки. Там вот Верещагин. И мы пьем ее как кони. И капает дождь. Стоит. Если бы мы были грибы, мы бы начали расти сейчас. Вот. А еще нам включили радугу. Вот там она. Идет дождь. Светит солнце. Лежат снега. Мы наверху. Нам куда-то туда. Мы сами не знаем. Но тут есть чабан, который нам должен подсказать дорогу. Офигенскую радугу, полный формат, просто она через весь небосвод. Ледник, можно поиграть в снежки. Огонь! Штурманули еще один хребет. Даже почти закончился дождь. Мы все мокрые. Здесь вообще просто нереальная какая-то красота. И скалы, и елки, и цветы. И высота больше 2000. Короче, офигенско. Все. Мы катимся по плато, ищем какой-то ночлег, потому что Олег Максимов
упал, повредил, скорее всего, ребро. Вот, а мы опрометчиво проскочили домик чабана. Теперь вот нам нужно найти еще один, чтобы узнать, где есть связь, как максимально быстро вернуться, если что, в город.